Дамы и господа, сегодня у нас конверт первого дня, который вышел в Швеции. Такая рождественская тематика, монета Канады, почтовая марка Швеции. Вот здесь у нас наверху написано, если перевести на русский язык, праздник торговли и традиции блестящего Рождества. Вот. Рождество – это самый главный праздник Швеции, с большим размахом отмечают шведы. Здесь у нас на фотографии рождественское чучело, высоту 13 метров, длину 7 метров, около 4000 килограмм весело это чучело. Это у викингов осталось с языческих времен, вот такие чучелы. Вот. Такой конверт, значит, марка Швеции, рождественский венок с цветами, печать первого дня, вот. Ограниченный тираж, всего конвертов 2500 штук, у меня их 5 или 6, вот, ели в снегу, такой пейзаж. Вот. Монета Канады 50 центов, бронзовая, 2008 года тоже монета. Вот она переливается. Вот. Снеговик. С поднятым, с поднятой головой. Вот. Тут он как бы кланяется. Всех поздравляет. Вот. Монета, значит, бронзовая. Весит около 13 грамм. Тираж очень маленький. 21680 монет всего выпущено. Их конвертов 2500. Поэтому монета не дешевая. Вот я смотрел в России, сколько она стоит на разных платформах. Вот такая в коробке оригинальная, 5000 цена была, чуть меньше, ну, максимальная 5000, ну, можно, от состояния зависит, тысячи чем-то, там было и 17 долларов, просто монета. Вот такой конверт сегодня был, монета сама, вот, пруфи и... Бронзовая, ну такое, ну тоже на золотую она похожа, очень красивая монета, красивый профиль королевы. Вот такой конверт шикарный, мне он нравится. У меня есть серебряная монета на Уру, там снегурочка, елка, вот такая монета. Еще раз снеговик у нас поднимает голову, опускает, такой, такой веселый снеговик. Вот такой конверт хотел вам сегодня показать, дамы и господа. Всем желаю крепкого здоровья, мира в 2022 году. Не болейте. Спасибо за просмотр.